Регулярная промывка сетей водоснабжения необходима для того, чтобы состояние воды, поступающей в квартиры жителей, отвечало всем санитарно-гигиеническим нормативам. Для того, чтобы устранить накопившееся в трубах загрязнение, к ним подключаются компрессорные установки. Очистку водопроводных сетей на улице Комарова совместно с управляющей компанией проводят специалисты межрайонного Щелковского водоканала. На сегодняшний день мы проводим здесь внеплановую промывку водопроводной сети в связи с обращением с гражданами совместно с управляющей компанией «Жилищник». Установили компрессор, установили пожарный гидрант, поставили на промывку. Жителям бы для улучшения уже качества воды непосредственно в своих домовладениях дополнительно почистить фильтры грубой очистки, ну и перед использованием хотя бы пролить воду в кранах там от 3 до 5 минут, и дальше вода уже будет идти нормативная. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.